Дорогие друзья, пришел этот замечательный праздник, день учителя, и рядом со мной первая обладательница вот этого букета, Лариса Сергеевна. Вам прислали огромное сообщение ваши ученики, которые вас благодарят за вашу работу, и мы, Русское радио, с нашими партнерами вас поздравляем и хотим подарить вам целую кучу подарков. Вообще супер! Желаем, конечно же, давайте зачитаю красиво, да? Ваши ученики и их родители по достоинству оценили ваш труд. Мы от всей души поздравляем вас с Днем Учителя и желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, достойной заработной платы. Это важно. Да, хороших, это очень важно. Хороших учеников, добра, теплоты и удачи. С уважением, коллектив Русского радио и наш партнер. Спасибо большое. Очень приятно. Очень. Да, а вы бы читали какое там сообщение? Я, конечно же, читала. Да? Я прям прослезилась после этого сообщения. Все, все подарки. Ой, спасибо. Вручаем. Ура! Все доставлено, спасибо всем! Классных учителей коллектива Русского радио. Здравствуйте. Надежда Александровна, какая вы молодая. А вам так и написали ученики, что она самая молодая и красивая учительница. А на самом деле ваши родители, ученики прислали очень красивую историю про вас, как вы учите детей, как вы делаете их лучше. И из всех 100 миллионов сообщений мы выбрали ваших учеников, поэтому вас от всей души поздравляем с Днем Учителя. Даже зачитаю. Желаем вам крепкого здоровья, радости, благополучия. Достойного заработка. Без этого никак. Хороших учеников, добра, теплоты и удачи. И дарим вам целый набор подарков от наших партнеров. Это и кафе сердца. Пойдете уникальное место. Правильно. Это и языковая школа «Лексикон», подчеркнуть языки, если всегда надо, да. И подарок от нашего магазина «Буквица», цветы от «Амадеи», конечно. Все это вам, зрители могут аплодировать. Держите. Все подарки. Не знаю как, но все. Дорогие ученики, нам придется отвлечь вас от вашей учебы, потому что вы и ваши родители написали замечательное письмо на Русское радио «Благовещенск», рассказали о вашей учительнице, и мы приехали ее поздравлять с Днем Учителя. Так что можно аплодировать тут. Да. По достоинству оценили ваш труд, спасибо большое. Спасибо. Вот, и поэтому прислали очень красивое письмо, где вас записали, вашу работу, и мы от всей души, от нас, от Русского радио, от ваших учеников, родителей, наших партнеров, это «Кафе Сердце», «Буквица», «Лексикон» и «Амадея», дарим вам эти строки, звенит звонок, и все забавы учитель в наш класс заходит, его готовы мы поздравить, ведь он один такой у нас. Благодарим мы вас за знания, нас к истине привел учение свет, и быть учителем вашего призвания. И цены каждый ваш ценный каждый ваш совет. Поздравляю вас! Целый набор подарков, все это вам, из Днем Учителя. Спасибо огромное.
спасибо. Все. Ученикам спасибо. Да, и родителям. Спасибо. Слушайте, а вы ученики, клевые, давайте фотографию сделаем вообще. Давайте. Выходите к нам. Здравствуйте, что такое дело. Дорогие друзья, добрый день. Вас приветствует русское радио Благовещенск. Дело в том, что у нас проходила замечательная акция под названием «Прекрасный учитель». И ученики вашей школы написали, да, написали письмо проводника Веру Геннадьевну, и она из сотни претендентов, мы выбрали именно это сообщение, потому что их на самом деле было несколько, за что вам огромное спасибо, и мы хотим вас поздравить от себя лично. Наши партнеры, они все поздравляют, у нас много подарков, там и сертификаты в кафе «Сердце», и сертификат в «Лексикон», и я выключу подарки себе. Да, ну и, собственно говоря, зачитаю, да, ваши ученики и родители по достоинству оценили ваш труд. Мы от всей души поздравляем вас с Днем Учителя, желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, достойной заработной платы, без этого никуда, хороших учеников, добра, тепла и удачи. Поздравляем, да, Днем Учителя. Спасибо большое моим, конечно, трогательным ученикам. Вы всегда останетесь моими вами. Хорошо, что вы еще 2 года с нами будете. Поэтому на вас с надеждой еще 2 года мы возлагаем. Большое спасибо, конечно, русскому радио за такую акцию, за такой проект. Поэтому большое всем спасибо, ну, конечно, моим коллегам. Без коллег не было бы нас. Всем спасибо большое. Самая душа всех учителей, на самом деле, поздравляем. Да, все молодцы, с праздником вас, дорогие. Все, не отвлекаем от концерта. Всех с Днем Учителя. Спасибо.